Татусик, мы беременны. Ты что, уже празднуешь развод? Я трезвый, а ты беременна. Игорь, это такая глупая попытка вернуться в семью. Ужасная просто. Успокойся, мы с тобой в хороших отношениях. Я буду разрешать тебе видеть дочь. Все хорошо. Я серьезно. Только что звонили из клиники. Твой доктор не смог тебе дозвониться, поэтому набрал меня. Этого не может быть. Может. Это все из-за мобильного интернета. У меня тоже быстро садится телефон. Вот у тебя сел. Наташа, а может это знак? Ну, знак, что мы можем с тобой начать сначала. Хочешь, я буду присутствовать на родах? Игорь, что ты несешь? Все, мне нужно идти.